Доброе время суток, друзья! Это вторая часть урока на тему Soundscape. Поехали! В этом уроке мы научимся создавать свои скейпы и внедрять их в игру. Для начала немного теории. Допустим, вы уже умеете писать скейпы, но они у вас почему-то не работают. Чтобы они работали, имя карты должно совпадать с именем скейпа, либо вам придется создавать кастомный VPK-архив с папкой Scripts, где будет лежать манифест и файл самого скейпа. Редактирование исходного манифеста не принесет никаких перемен, так что смотрите урок внимательно. Для начала я беру аудиофайл формата WAV и помещаю его в папку Sound Project S. Далее открываем папку Scripts и редактируем Soundscape Manifest. Тут мы просто размещаем ссылку на будущий скейп. Пишем файл Scripts Soundscape DevMap. Далее нам нужно создать текстовый файл с таким же именем. В нем будет храниться вся информация. В первой строке пишем название скейпа, которое нужно будет вводить в свойствах Entity. DSP обозначает наличие эхо в помещении. Playlooping – бесконечное воспроизведение файла. Чтобы он повторялся, он должен быть залуплен через аудиоредактор. Volume – громкость. Wave – тут ссылка на аудиофайл. Pitch – это с каким тоном проиграется звук. 100 – оригинальное звучание. Вот и все, перед вами простейший скейп. Сохраним файл и укажем в Entity название скейпа. Ну а теперь тестим. Заяц! Заяц! Ты меня слышишь? Слышу! Все работает! Ну а если вам интересны другие настройки скейпов, такие как случайное воспроизведение и так далее, то подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Вскоре вы сможете найти там словарь саундскейпов. Удачи, тамадачи!